Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проводить снайпер 34. Ну что, у нас последнее задание тут осталось. Уничтожить оружие и все, мы можем отсюда будем уходить. Куда уходить еще неизвестно. Ну ладно, ну, пойдемте потихонечку. Вижу там бочка. А, мы ее уже отметили. Тем более мы ее уже отметили. Так. Здесь можно наверх, я вижу. Но ПО я по-любому венчаю. Ее надо уничтожать не так просто. А динамитом. Тут сбегутся все. Кому не лень. Можно так сказать. А этих идиотов тут полно. Вот он один, второй, и там где-то третий стоит. Опа, она. Офигеть. Ну их проглючило, блин. Смотрит-то, блин, не пойму. Это же прекрасно. Даже что это такое за звук? Мне этот звук не нравится. А, катер по-любому. Тут их толпа. Я говорю, что их тут толпа. Ты где урод тут стоящий-то? Блин, где-то там стоит. А, вот он. Опа, уничтожили его. Уходим отсюда. Давай, чит, передохни. Передохни. Опа-на, я здесь. Так, я хочу вот это посмотреть, машину. Понятно, бензобак только. Бензобак. Там что-то творят, блин, непонятное.
опоздал. Ну, как всегда, в сердце. Такой еще у него рот открывается, когда он убивает его. Да ё-моё. Так, сюда добежим. Идем, падла. Ты угомонись, иди ко мне сюда. Мальчик, иди сюда ко мне. Ну иди сюда. Прям в горло. Я что-то такой же, как и этот Брен, кажется. Напоминает мафию третью. Тоже то есть, там жестоко убивают. Так. Так. Ну, я вижу. Это не поможет, я думаю. Это максимум, да? Еще урод. Морская пехота, что ли? Ты ему даже не пробил, что за фигня-то? Он что, жив еще остался, что ли? Да пошли они все нафиг. Если надо, уйдем отсюда. Так. Еще где-то там есть. Не вижу врагов, нифига. Только катер приехал. Ну, катер спокойный какой-то, странный слишком. Катер спокойный. Катер спокойный, спокойный катер. Так. Ой, я вижу. Иди сюда. Павла, блин, а? Это урод, Павла. Второй выстрел пришлось сделать. Ну, они видят меня, но я слишком далеко, чтобы... Да не бог. Ну, я знаю, что их тут больше, по идее, должно быть. Я говорю об этом. Так, где тут еще остальные, блин, я не понимаю, здесь что ли? Я просто их не вижу нифига, где они здесь? Они по прямой, по идее. Вот он, Павел. Ну и чё ты? Чё ты свистишь все это время, дурак ты? Проклятый. Да все готов, папа. Нифига, вот это удар. Ну просто вообще очумень, блин. Сразу все разбил. Чё тебе там на коленке, блин, это? Может, это реально? Это же военный. Он всю свою жизнь занимается, можно сказать. И я вопрос истории не знаю, может нет. А может да, может нет. Ты эту фигню не возьмешь с собой, что ли? Падла тут бежит, а? Вот бежит-то, блин, а.
куда? В желудок кипичь. Да пошли. А, я мог бы его скинуть, эту фигню. Все, дело сделано. Отлично. Обе пушки. Ну и чё, обе пушки, а что дальше делать? Так, что у меня дальше-то? Подать сигнал бомбардировки. Подать сигнал бомбардировки. Нифига себе. Вот это расклад, блин. Если я бы знал, я бы дополнительно не ходил. Ну кто знает-то? Фигово, блин. Ну тут хоть половина чисто уже. Тут такого страшного ничего нету. Уже. Как спрыгнуть? Это откуда появились? Вот это очуметь просто. Ты такие вообще? Да и фиг с ними. Вообще они в жопу все. Им все это на то надо. Ч, откуда тут они взялись? Без понятия. Вот этого я не знал. Опа-на. Готов, Павла. Тут я никого не убивал. Так, будь сохранение на всякий случай, иди сюда. Да-да, братва, идем сюда, все сюда. Блин, рассекретили меня, папа. Фигово. Взаимодействовать. Рыжий лис вызывает техасский циклон. Тень опустилась, прием. Что-то с... Ну фиксим, пусть совершенствую, но со мной как-то это могли бы, вообще там могли бы все не взрывать, мы уже почти всех поубивали так. Ну, короче, понятно, задание. Это надо два раза, это кому как удобно, с какой стороны учим. Ну ладно. Так, дополнительные 4-4, убийство 96, мы убили. Призрачный 35, быстрый голову 36, точность 40%, всего же самый длинный выстрел 181. Заработанного опыта. Продолжить. Нажимаем. О, оружие Люгер. Шнюгер. Ну и что тут у нас дальше? Загрузка. Продолжить. А что сюда выкинул, я что не понимаю. Только все равно не понял, почему меня в меню выкинуло. Ну ладно, продолжить. Что у нас здесь? О, что-то новенькое. Так, скорость
фокусировки цели. Улучшенный поиск. Больше предметов, боеприпасов и поиски. Хорошая штука. Только вот это может возьму. Это может поменять. Так, тут что у нас? Не знаю, мне что-то это нравится. А тут можно улучшить? Не. Костюм улучшения. А, ну понятное дело. А если я вот эту пушечку... А, это он сам. Улучшение делать. Понятно, сейчас. Деньги есть, но я буду своим старым. Все старое круче. На это понятно, это еще тоже. А я что такое брал? Ну, ничего не изменилось почти. Ну ладно. Начать игру. У нас ты обрунца. Только что сам не понимаю, что меня меню кинули. Фиг его знает, блин, это меню. Тому свидетельство операция в порту. Враг, наверное, уже наладил производство новых ракет. Найденные мной детали вряд ли предназначены для другого. Мы, конечно, нарушили производственный цикл, но сколько таких комплектующих уже отправлено в Алагру? Насколько близки нацисты к серийному производству ракеты Кеслера? Пока ясно одно. Мафия обкрадывала порт. УСС хочет воспользоваться этой ниточкой. Особенно после вклада мафии в операцию «Эскимос», в ходе которой удалось захватить Сицилию. Уивер хочет, чтобы я встретился с Сальваторе Динелли, местным преступным авторитетом. Его можно склонить к сотрудничеству с союзниками и партизанами, но все имеет свою цену. Опа, она. Это поворот событий. Знакомый домик. Конечно, сюжетка не супер-пупер. Но все равно уж. Здорово, мужик, давно где не виделись. Противотанковые орудия разнесут союзников в клочья, если пойдут здесь. Есть такая вероятность? Немцы считают, что да. Сейчас затишье, но уже почти неделю ведутся обстрелы. Может начаться в любой момент. Лучше нейтрализовать их, Карл. Конечно, все нам это делать, его. Одиночку. Ну ладно, что ты хочешь мне сказать? Сальери? Ты что ли? А, снайпер! Я слышал, хочешь с нами дружить. Каких только чудес не творит война. Монастырь. Владение Капо. Туда не пробраться, не уничтожив горную крепость. Горная крепость защищает монастырь? Угу. Логично. По всему видно, что за монастырем присматривают. Это все из-за аббата. Он помогал фашистам. Работал на них. Лишь бы сберечь свой бесценный монастырь и его сокровища. Вот опять же. Чудеса войны. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Так, с ним пообщались. Ты хочешь мне сказать? А, бутылочка Кьянти урожая 13-го года. Счастливый день, сеньор Динелли. Можно Сальваторе, просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? У нас общие враги. Мы готовы вас от них избавить. Было бы неплохо, мой друг. Можете начать с Пьерро Капо, командира черной бригады. Этот человек – варвар. Неужели? В монастыре полно предметов искусства. Картины, скульптуры, прекрасные работы. Я знаю из достоверных источников, что Капо планирует все это вывести. На продажу? Разумеется. За такие сокровища можно выручить круглую сумму на черном рынке. Выяснить бы, как он будет осуществлять перевозку. Тогда можно будет что-то предпринять. Конечно. Чтобы нам по-настоящему подружиться, надо решить вопрос Капо. Мы понимаем друг друга? Конечно. Я все понял. Чудесно. Капо носит четки, подаренные ему матерью. Он никогда с ними не расстается. Принеси их. И я увижу, что ты выполнил работу. Понятно. Надо четки. Что-то время украсть. Ну, где точно? Все это понятно. А где этот микрофон-то, блин? Где общение? Я слышу эту фигню уже. Так, карта. Ну это понятно все здесь. Убить солдат. А это монастырь, да? Ну это прикольно, конечно, но я так не понимаю, где этот фигня. Моя любимая разговорщик. И правда ее здесь нет. Если задание отправляет, значит, надо идти. Ну что, погнали, посмотрим, что тут с самого начала. Нифига, мы уже здесь. Пейзажем. Нужно разобраться с Капо. Узнать о Аббате. Сам уничтожить офицера. Уничтожить оружие. Но оружие-то я уничтожу. Я вот не знаю, вот это что, убить солдат. Убить Капо. Вот он Капо. Где-то враг-то, ё-моё, не пойму ничего. А, вот он. Я думаю, что за враг, где враг, опа. Здорово, дружище. Ой, блин, а, промахнулся. Да блин, а. Черт возьми, а. Взять и промахнуться. Ой, блин, ну ты мазил вообще настоящий мазил, а.
Какая, блин, мазила, а? Ну и чё, будем так стоять? Может, по одному ко мне будете приходить? Что набежал у вас дофига? Хоть это не понимаешь, где чуть не убили. Какой Ахтунг? Какое на внимание? Я никого внимания. Один зашел, один выскочил. Ну, Павло, это все забушевались, а. Так. Ждем. Жопу, урод Павла. Уходим отсюда. Уходим. Я ничего не видел, нифига, мужик. Тихо, ты меня не видел. Вы замечательно. Опять через глаз. Выстрел. Все в афиге. А это что за чмо там бегает, я еще не пойму. А, офицер бегает, ё-моё. Офицерчик здесь бегает, а чё мить, блин? Блин, ну ты двое, очень фигово. Да-да, не выполнено. Половинчато. Офицер сдох. Опа-на. Это подстава. Чё мне не по мне шмаляет здесь? А я не заметил, что там наверху был враг. Бля, они тут толпой сейчас соберутся, Павла. Ну идите сюда, ё-моё. Überprüft lieber seine Position.
Вообще просто они враги здесь. Давайте, идет поиск врага. Да толпа собралась здесь. Короче, все нормально, разрулились этой толпой. Мы на этом остановимся, увидимся уже в следующей серии «Тугие прохождения». Всем вам удачи и пока.